F-185, 40 фунтов. Стрела, 2 дерева, 25 граммов, 28 дюймов длина стрелы. То есть сильно далеко я ее в принципе не вытяну. Тетива родная, докрон. 56,3. Раз. Пятьдесят шесть и семь. 57,7. Но сейчас я именно четко положил наконечник на полку. Сейчас еще раз так попробую. Но ее дальше 28 дюймов вытянуть нереально, потому что ее длина 28 дюймов. И вес. То есть здесь примерно 10 грамм на фунт. 56,9. Это была дверь. А, нет, это приехали. Я подумал, что это была дверь. Да. Да? Это была дверь. Да. Два листа изолона. Твою мать, он офигенный. Насквозь. 35 фунтов, 28 дюймов вытяг, 25 грамм стрела. Пятьдесят один и 4. 20 грамм стрела. 56,5. На моем коротком вытяге. Вещь. Так, стой. Так, 35-фунтовый лук. Тяжелая кленовая стрела. Вытяг, ну, плюс 30. 51,9. Неудачный выстрел. Ну да не так и плохо, лук 35 фунтов. Нет, я знаю, что точно сейчас будет больше. 35 грамм веса стрела, не меньше. 52,4. Вот. А карбонкой своей бабахни? Карбонкой? А кто ее будет вытаскивать из дверей? Я. Вот и все. Это удачно. Шестьдесят. Очень-очень неплохо. Да. Шестьдесят 4,3. Но это чувствуется, что он побыстрее, он может еще быстрее стрельнуть, но выстрел более комфортный у этого лука. Ну да, надо отдать должное, на больших бутергах работает очень приятно. Ну или
ты или кто-нибудь. Вообще, на нас выйдет. На все деньги. Так, вот, карбоновая стрела, вытяг 32, я думаю, будет. Over 9000. Да. Уровень вегеты более так. С богом. 68,4. Полегче, парень. Вот так вот. Ну, теперь вот он был. Да, теперь... 40-фунтовый лук. Ой. И бутылка рома. Ну, досочку стрел. Вот это уже... Кстати, вот это же... Да, досочку. Два листа из алона. Ага. Вот это тема, кстати. А, полочка. Ну да, полочка это всегда тема. Сейчас. Ну, здорово, здорово, вперёд. Я таки себе прислонил. Так подожди, а полочка не подкинет за счет пера? Нет. Не-не-не. Все. Я просунул дверь между полочкой. 74,1. Что-то у меня такое ощущение, что доска, доска реально хрустнула. Нет, лук классный. Я беру свои слова обратно, что это тетива мертвая. Нет, я именно этот лук очень долго у разных магазинов вышибал. Да, теперь смотри. Сейчас я буду вытаскивать. Что там? А, ты ее заложил туда? А, что упадет доска. Да, слышно было там кабум конкретный. Смотри. Доска не правда. А из чего доска? Может, фанерка? Фанера. Может ее и к железу пригвоздило. А вот он уже и свалил. И стрела вылетает очень правильно, по прямой траектории. Ее не колбасит ничего, она вот как вылетела, так и летит. Вот что длинная ручка делает. Вот что стрела животворящая. А ну как? Вот это мою, вот это твою. А ну покажи. На 6 миллиметров туда так по-легкому. Да больше. Толстой частью на 6 миллиметров туда. Ёшки-матрёшки. А остальное там вообще надо пошли. Ну что, рискнешь карбонкой за там? Давай. А давай вот той, самой легкой. Самой легкой? Да. Надеюсь, луку вилы не настанут. Ну, я думаю, Москаленко делает хорошие луки. Тут уже и перьев не осталось. Да, есть такой моментик. Ну, зато будет явный рекорд. Сейчас узнаем, что 35-фунтовка на большом вытяге карбонкой смотрит. Сколько она весит, эта стрела? 20 грамм. 6-6-6, чтоб меня, это адский лук. Однако. Москаленко, ты даешь. У нас тут фантастическое число вышло. 3 шестерки. Мне страшно. Ну что ж, 40 фунтов, 28 дюймов, деревянная стрела, цельнопластиковый лук. Да, мы шутили на тему того, что я сейчас хорошо помогу оторвать. Да-да-да, было дело. Я, пожалуй, спрячусь. 48,9. Нет, ну как бы нам 50 дней уже не перебивать. 49,6.
49,3. В общем, стабильно где-то 49 стабильно. При этом вытяг 28 дюймов. Сколько? 25-граммовая деревянная стрела. А если взять легенькую карбоночку, а карбонки они все по сравнению с деревом легенькие, стреляю 51,9. Все. Дешевый, простой, беспонтовый, цельнокомпозитный лук.